Привет, кто зашел на канал «Атомная рыбалка». И сегодня я хочу с вами поговорить о такой замечательной снасти, как удар. Оснастка выглядит таким образом. У нас два коротких поводка, естественно, на вертлюжках. Пружина уже отгруженная, то есть здесь вот присутствует такой вот груз свинцовый. И самое главное в этой конструкции, это вот этот стопорочек, который как бы фиксирует всю нашу эту систему. Он у нас, естественно, подвижный, его можно смещать, но смещать вам не нужно, за вас сделает это рыба. Да, еще знаете, что бывает при поклевке? У нас это все дело вот так вот ездит. Ездит, да? Смотрите, у нас вот это всю нашу конструкцию держит вот этот самый первый стопор. Вот. Мы берем, сдвигаем, опять взводим нашу конструкцию в боевое положение. Все. Готово. Для изготовления нашей оснастки нам понадобится пружина. Два поводка с вертлюжками. Два маленьких шарика бисера. И стопорки. Перейдем к сбору нашей оснастки. Берем нашу леску. Первым делом одеваем стопор. Одели наш стопор, берем поводок, одеваем тоже на нашу леску, одели. Вот уже стопор вместе с поводочком. Теперь берем одну бусинку. Наверное, можно взять побольше, чем у меня, других просто не нашел. Тоже одеваем на нашу леску. Все, одели. После этого одеваем пружину. Когда одели пружину, то есть мы ее уже одели, берем наш бисер. Продеваем. Берем наш стопорок. Продеваем. И теперь в оконцовке мы вяжем наш второй поводок. Когда вы вяжете эти поводки, делайте поводки, не делайте их длинными, пускай они остаются у вас короткими. Чем короче, тем лучше. В моем случае это 2-2,5 сантиметра. Чем меньше поводок, тем эффективнее будут поклевки. Наша наживка будет находиться непосредственно рядом с нашей кашей. Будь это плавучая какая-то насадка у нас, или же которая ляжет непосредственно возле нашей кормушки. То есть рыба подошла, пробует вашу кашу. Здесь у нас вот лежит или находится в таком плавучем состоянии наша наживка. Она ее замечает и берет. Ну или же находит возле нашей кормушки. Что я использую? Я использую вот такие бойлы. Мини-бойлы. Они с резиночкой, вот, то есть взяли ее, дедбойлик, вот так вот на крючок, через резинку, все, вполне достаточно. Рыба подходит и берет довольно-таки неплохо.
Они бывают разные, с разными вкусами. В любом рыбацком магазине можно зайти да и спросить, скажите мне мини-бойлы, и выбрать разные вкусы. Этот, кстати, вот один водоем, я долго подбирал к нему ключик. То есть многие рыбаки сидят, ловят на кукурузу, на червя, ничего не клюет. И вот тоже, знаете, покупные всякие, не знаю, тут вот пружина здесь какая-то стоит, рогатка из проволоки, то есть получается крючки от кормака на расстоянии, да плюс еще поводок сантиметров 10-15 в сторону уходит. Вот это не то. Также использую воздушное тесто. Вот, есть разные вкусы, но почему-то я остановил свой выбор на чесночном. Вот, вот так вот его продеваете, это воздушное тесто. Вот, одели. И оно вот в таком вот, и забрасывайте. Оно у вас не спадет, не слетит при забросе, как кукуруза. Червя быстро съедят у вас, то есть мелкие рыбешки. А это вот остается. Что происходит? Вот это вот воздушное тесто, оно при попадании в воду, оно разбухает. То есть разбухает, такое, знаете, как становится желеобразное, желеобразный комочек. Рыбе очень нравится. Запах, запах чеснока. Есть разные, есть тутти-фрутти также этого теста. Ну, как бы все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, с вами была Атомная рыбалка, ни хвоста, ни чешуи.